Заряд, оружие, проверка лыж, разминка и только потом выход на трассу. За час до забега ни с кем не разговаривать. Главное правило всех биатлонистов. Разве что с тренером и исключительно по делу. Суеверие, скажет кто-то, но лучше не рисковать. 20 ноября стартовали межрегиональные соревнования по биатлону на призы олимпийских чемпионов Юрия Кашкарова и Евгения Редькина. Это первый официальный забег по снегу после летнего сезона на лыжи-роллерах. Каждая гонка важная, но просто эти старты, они как помогают, что ли, набрать форму к первым этапам Кубка России. То есть они все равно нужны. Здесь мы вкатились в Фантомансийский, и вот первый старт пробежали здесь, потому что, собственно, здесь вкатывались. Мужчины и женщины, юниоры и юниорки. Всего в соревнованиях приняло участие 58 человек. Дисциплина спринт. Это бег на короткие дистанции по стадиону. Всего спортсмены бежали 3 круга. После первого и второго стреляли. Спринт в биатлоне можно назвать основной дисциплиной, говорят участники соревнований. В спринте югорские биатлонисты показали отличные результаты. Юниорки из Ханты-Мансийска заняли все 3 призовые места. Говорят, секрет успеха – правильно подобранные лыжи, благоприятные погодные условия и, конечно, постоянные тренировки. Посмотрев на результат, в принципе, можно сказать, что команда готова на сегодняшний день, готова на 100%, потому что подготовка сложилась удачно, без всяких проблем. Иван Томилов, биатлонист из Ханты-Мансийска, полностью подтверждает слова тренера. Вчера в упорной борьбе спортсмен стал лидером в дисциплине спринт. 3 полных круга Иван пробежал за 24 минуты 15 секунд. Результат отличный, хоть и сам биатлонист настроен к себе весьма критично. Сегодня бы гонку оценил по 2 аспектам – стрельба и ход. Стрельба на отлично, ход на 4-ку. Как бы. Думаю, могу быстрее, особенно финишный круг. Последний забег этих соревнований был вчера. Главная задача, которая стоит перед спортсменами, подготовиться к первому этапу Кубка России и всероссийским соревнованиям по биатлону. Там самая маленькая ошибка и незначительный промах могут изменить весь ход соревнований. Времени осталось мало, биатлонисты усиленно тренируются. А нам остается лишь пожелать удачи нашей сборной.